Дорогие друзья, день добрый! Сегодня у нас с вами обзор домашнего кинотеатра в такой замечательной кухне-гостиной. Значит, кинотеатр выполнен на базе встроенной акустики в потолок. Здесь 5 динамиков в потолке и 2 колоночки на стене. Всего колонок в кинотеатре 7. Ну и сабвуфер, конечно. Экранчик сделан в нишу в потолке. Экран от компании Classic Solution. Проектор в данном кинотеатре от компании Panasonic. Была такая моделька Panasonic AE8000. Сейчас я вам тут все подробно покажу. AV Receiver Denon. И два источника. Это медиаплеер Duna и Blu-ray плеер от компании Sony. Колоночки, которые вы здесь видите, Kefir 5, они к кинотеатру не относятся. Это отдельная стереозона для прослушивания винилового проигрывателя, сетевого аудиопроигрывателя. Ну, погнали, расскажу, как что. Данный кинотеатр планировался на стадии черновой отделки этой квартиры. Вот, сразу мы определили место расположения и тип экрана. Значит, экран с электроприводом. Была задумка встроить экран полностью в потолок, чтобы из планочки аккуратненько выезжал экранчик, а потом заезжал. Но потом от этой идеи отказались. Не хватило высоты потолка. Здесь гипсокартонный потолок высотой 8,5 см, а экран, который полностью встраивался в потолок, чтобы заподлицо было, он, высота была у него 10,9. Ну вот не прошли по высоте и решили сделать нишу. В принципе, ниша достаточно удачное решение. Экран сюда замечательно вписался, и глазу вот внешне, когда идешь, не мешает. Вполне. Также планировалось, что вот здесь вот будет висеть телевизор на стене. Здесь сделан блок розеток под него. Но, как показала практика, телевизор так здесь и не приобрелся. Вот, повешалась картинка вот такая. Вот, а изначально, да, была задумка, что сюда вешается панель. И экранчик уезжает. И за спиной у экрана на стене остается телевизор. Но телевизор в данном варианте надобность в нем отпала. И, соответственно, семья смотрит только кино. Причем кино смотрит регулярно. Вот, а телека так в доме не появилось. Ну, наверное, это определенный тренд, что телевидение сейчас мало кто смотрит. Есть у нас с вами интернет, хотя никто не мешает на том же экране смотреть любые телевизионные передачи, но кино как-то в приоритете. Вот, значит, у данной модели экрана какие функции еще есть? У нее есть встроенный эмиттер, такая флешечка сбоку одевается, и по беспроводной связи он соединяется с проектором. И одновременно, когда ты нажимаешь пуск проектора, одновременно экран выезжает. То же самое, нажимаешь выключить проектор, экран заезжает. Дублирующий пультик вот, для этого экрана. Есть еще встроенная кнопка. Вот аж три варианта возможные с этим экраном выезжать-заезжать. Сразу было отрегулировано место, в которое выезжает экран. Он выезжает в одну точку. Тык, выехал, зафиксировался, все. Так, сейчас покажу его поближе. Итак, вот ниша под данный экранчик. Размер ниши примерно 15 на 8,5. Вот так, экран немножечко выступает из-за подлицо с потолком, но не критично. Дублирующая кнопка для экрана. Вот она на стене. Итак, акустика. Акустика, как я говорил, уже встроена в потолок. Вот, значит, центральная колонка над диваном, вот от компании Monitor Audio, она прямо вот здесь вот. Тыловые задние колоночки чуть-чуть позади, это от компании KEF. И впереди также фронтальная KEF, 4 колоночки, вот так вот, и центральная над головой. Ну, над диваном прям 3 колонки расположены. 2 дополнительные колонки от компании Dali, они вот висят на стене.
Всего здесь 7 колонок. Звук обалдеть какой. Честно вам скажу, даже я не ожидал, что у стройки можно получить такое насыщенное, детальное звучание. Оказалось, что да, можно. Хотя, если сравнивать с классическим вариантом, где фронты стоят на полу, там, конечно, звук богаче. Но, исходя из условий квартиры, да, то есть от стройки, песня. За глаза хватает вот того, что встроено. Так, ну давайте я покажу вблизи, как это расположено здесь. Так, значит, вот встроенный потолок КЕВ. Это фронты. И вот там пошли, получается, тыловые колонки и центральная. Настенные долишки. Все провода выведены вот в это место. КВ-ресивер. Так, сейчас попробую свет включить. Угу, так вроде получше. Так, диванчик подвинем. Так, вот у нас с вами ресивер Дэна. Это медиаплеер Дюна. Ну и блюрейка Sony. Самая классная вещь в кинотеатре – это вот это вот, господа. Как удобно. Подставочка под пульты. Раз – и все. И ничего не теряется. Красота. От компании Sonorius вот выпускают такие подставочки. Они бывают в трех цветах. Белая, черная и, по-моему, коричневая. Сабвуфер. Джама. Очень удачно он сюда вписался. Вот. Вот такой вот. Баса более чем за глаза хватает. Вот такой получился комплект 7.1. 5 колонок в потолке. 2 колоночки на стене. И сабик. Кино здесь смотрится в основном в вечернее время. Вот. Если охота в дневное время посмотреть, то проблем нет. Шторы поплотнее сделать и все. Но так как в данном варианте здесь только в основном вечер, поэтому шторы такие бледненькие. Но охота днем, пожалуйста. Поплотнее блэкаут и все. Берем пульт от проектора. Заработал проектор. Сразу выезжает экран. И сейчас, по идее, должен включиться еще AV-ресивер. Все работает от одного нажатия пульта экрана. Да, вот ресивер заработал. Теперь осталось дождаться, пока нагреется проектор. Это буквально какие-то секунды. Берем пультик от медиаплеера. Заходим в кинопоиск. ОККО, ИВИ. И выбираем понравившийся фильм. Вот такой замечательный кинотеатр получился в данном проекте. Вот, радует уже не один месяц своих владельцев. Вот, все очень довольны. Это, конечно, такое волшебство определенное, которое собирает всю семью у большого экрана. Здорово. Ну, теперь давайте перейдем к стереокомплекту. Посмотрим, что здесь интересного. Итак, стереосистема состоит в данном проекте из акустика KEV R5 в белом рояльном лаке. Такие вот колоночки очень удачно вписались в интерьер. Интегральный усилитель от компании Marantz 8006. Источника 2. Первый источник – это сетевой аудиоплеер Marantz NA6006 и виниловый проигрыватель от компании Music Hall. Моделька MMF 3.3.
сетевой фильтр от компании Ольбах. Вот он. Акустический кабель от колонок до усилителя здесь. И накустик, линейка Excellence, сечение 4 квадрата. Это вот грили для акустики стоят. Ну, если у меня останется время и будет возможность, я запишу отдельное звучание этих колонок, ну, этой связки, чтобы было представление, как это звучит в домашних условиях. Ну вот, наконец-то наступил вечер. Теперь можно спокойно расположиться поудобнее на диване и начать просмотр любимого кино. Включаем проектор. Выключаем свет. Располагаемся поудобнее на диване. Вот так выглядит меню медиаплеера Дюна. Вот вам, пожалуйста, ОККО, Кинопоиск. Таким образом можно смотреть любые фильмы и сериалы. То, что вам по душе. Тут у нас все по подписке. Подписка в среднем 400 рублей плюс-минус, в зависимости от тарифа. Вот. Так, на Кинопоиске там. Так, да, выйти. Также на Кинопоиске можно что-то поискать. Всегда горько. Истово верить в свою правоту и все равно проиграть. Да, вам страшно.